Всем привет, дорогие наши друзья и зрители нашего канала Step Family. Ну что, дорогие наши женщины, поздравляю вас с Всемирным женским днем 8 марта. Желаю счастья, любви, здоровья и всех-всех благ. Да, что такое благ? Ну что, девочки мои, припевочки, Настя нам сегодня приготовила праздничный обед. Так, праздничный обед, да. Ну, кому как, но для нас он, в принципе, праздничный. У мамы твой хлеб. У нас еще будет сегодня тортик, но потом. И еще что-то там будет. Я очень надеюсь, что я его испеку сегодня. Да. Это мой любимый борщ. В общем, всех-всех женщин поздравляем с 8 марта. Спасибо. Девочки. 8 марта. Даша, ты смотри, ты неправильно разворачиваешь здесь сбоку, вот она, видишь? Вот она, полосочка. Вот так вот берешь ее. Вот этого треугольничка хватит на 20 начинаешь вот так вот ее отрывать. Все, ты уже, правда, оторвала. Давай, а так она вот эту всю снимает. Я тебе сделаю, получается. У тебя остается. На бутербродик ложи сверху. Делай. Надо было сначала хлебушек. И этот, ложкой размажь. Да, держи. А мне? На. Ну вот треугольник на целый кусок. Давай, раз, давай. Денис, это треугольник на 2 куска хлеба, реально. Ну, куда на один она его положила? Ну что, она его сейчас резать будет, что ли? Не, ну просто он большой такой. Ой, вот. Да, а хлебушек вот такой. Тебе, мой. Что ты сейчас начнешь там? Ой, да это ради. А, тебе не надо? Нет. Ой, как вот. Ты я тебе пыталась, давай ты открой. Сказал не надо. Не давай надо, открой. Так не надо. Так, где тут? Вот он. Что он тут как-то... Вот, пол кусочка сыра на хлебушек. Еще у меня столько же осталось. А потом на этот сыр... А, нет, тут я передумала. Я хочу. Блин, тут получается вот эта штучка, которая должна... Да я ему сделаю, Денис. На. Вот у меня тут пол кусочка сыра. Да вон, мама тебе уже дала. Чего тут мучить? Если Держи. Долго мучиться, то Куда? Что-нибудь получится. Ну что... Салат с кальмарами. Кушайте. Павлик, твой любимый. Хотя он почему-то уже не твой любимый, кстати. Но раньше был твой любимый. Ты кальмары раньше хорошо ел. Сметанку перемешаешь? Ух, мама мне тут положила от души. Что, сало хотели что-то нарезать, но ладно уже. Ну, быстро вкусно. Без сала. Потише мешай. За борта вылится борщ. Так вкусно, мама. У нас борщи готовят. Вы бы только знали. Чеснока не хватает, да? Да, и ладно. Даша, тебе лук. Персональный. Паша любит борщ, да, в последнее время? Дети у нас такие гуленые. Еле их домой сейчас с улицы загнали. Никто не хотел идти. У нас сейчас обед. 4 часа это мало. 4 часа? А сколько мало? 4 часа гуляла. Да, гуляла 4 часа и ей мало. Пришла недовольна, что я домой. А я? Ты почти 3 гулял, да? 3 же гулял? 3. А ты 3 часа гулял? А да, сейчас мы там одноклассница ждет, пока я тут родилась. Одноклассница, наверное... Подумала, это не Даша больше пойти не тоже покушать. Она не хочет. Ты 4 часа, а я 3 часа. Даш, ну это не дело. Весь день гулять и не обедать при этом. Этим голодная. Пообедаешь и пойдешь дальше. Будешь салат с кальмарами? Пойдется. Так, дети, кто там салатик? Даша, пробуем. Налегайте. Салат-то вкусный. Хлеб домашний у нас теперь будет на столе, но у нас сегодня Денис ходил в магазин, хотел купить ржаную муку. Папа, что ты стол перестал раздвигать? Ну, тесно. Меня уже на угол, сместили меня уже. Дети растут, хочешь сказать? Нет, просто стол маленький для четверых. Вот и все, что я хочу сказать. Ржаной муки нет в магазинах, но, может быть, надо еще по каким-то прокатиться. Да? Да. Все-таки муку поискать. Только я позаходил, нигде нету. Ты в каких магазинах был? Ну, которые в округе у нас. А что сделать?
Потому что мы сейчас стали домашний хлеб хорошо кушать. Он у нас разлетается только так, без ничего. Ну, я... с хлебушком, а не так. У нас буквально булка хлеба, не знаю, на 2 дня, наверное. Ложка-то размазала. Все размазала. Что, ложечку дать? Есть? Даша своей ложечкой мазанула. Кому листик? Листик. Кому листик? Ну, как хотите. Я вот так себе сделаю. Так вкусно. А хочешь так же сделать? Найди салатик, попробуйте хоть. Что вы там без салатика сидите? Борщ вроде ничего, съедобный. А когда у нас был борщ несъедобный вообще? Сегодня настоящий весенний день на улице. Я вся промерзла, мурашка, 2 часа. На улице, представьте, гулять. Стоят лужи. Все тает. У нас на районе где нет лужи, хоть одну покажи. Они вон на дороге, где нету сугробов больших, а так вообще вон, посмотри на снег, он все тает. Он же такой рыхлый. Я очень замерзла, на улице ветерок, холодно. Я наоборот. Вспотела. С Лешей гуляла, вся мурашка, до сих пор сижу. Ну, Настя у нас мерзляка. Для нее пока плюс 30 не будет, будет холодно. Ты что, лук не ешь? А ты что, косишь на ее лук? Я просто спросил. Намекаешь тут. Никто ничего Даша, не косит. На другую сторону лук. Тебе что, лука порезать? Может, тебе лука порезать, Денис? Будешь? Да не хочу, я уже успокоюсь. А что, горчицу? За борщом тоже вкусно. О, кстати, а горчицу можно? Я что-то про нее и забыл. Она вот там сверху, видишь? С краю, да, вон, нет, ниже, а, ну да, вот это? Нет, ну да. Она открытая? Я не знаю, но тут одна открытая была, а, это закрытая. Вот она, на третьей полке, сверху. Я вижу, только тоже она открытая или закрытая? Да, сверху открытая. Да. Тебе дать горчицы? Ты ешь, съешь. Я потом себе. Дашка, ну ты даешь, ты хоть хлеб-то бери, ой, простите. Тебе сделать? Нет. Намазать нас? Пускай сам. Ты за Дашей все повторяешь, каждое движение. Я хочу салат. Беру. Так и уже давно пора. Да. Тут ветчина, крабовые палочки и кальмары. Кальмары. Очень вкусно, кстати. Не знаю, почему дети не хотят. Так, держи. Если хочешь. Да, хочу. Кушай, какой салат. Это ж просто персик в улете. Улетный персик. Ну что, если попробуешь салат, скажешь, где я раньше была. Ого! Паша, посмотри, добавки? Я тебе именно мало положила. Давай подложу поварюшечку еще. Подложить? Ну, бульончик допивай. Всем спасибо, всем пока. А можно бы быть? Пожалуйста. Павлик так салаты не попробовал. Спасибо всем. А ты что есть-то не стала больше? Половился. Ой, Дашка, Дашка. Чебурашка. Не стала больше есть. А зачем их больше есть? Праздничный. Не салат, не борщ. Заплетаться-то будешь сегодня? Не хочет. Сейчас поедим и пойдем бабушку поздравлять. С 8 марта. Бабушка, вчера же на каток водила Дашу с Пашей. Паша кататься-то плохо умеет. Но его держала там на катке все это время, целый час. И вот он у нас не маленький мальчик-то. Сегодня звоню,
Она все тело ломит. Протаскала его там на этом катке. Лежит на диване. Родителям никогда на каток сводить. Я на роллер Дромова водил, научил на роликах кататься. На велосипеде научил кататься. Сначала трехколесного, потом двухколесного. На самокате двухколесном. На самокате двухколесном. Ну, вообще-то да. Маленькому, когда он был маленький на двухколесном самокате, ему было трудно кататься. Так что не надо тут на меня коситься. На каток наш папа не переваривает. Я не люблю каток. Не как, ну люблю, но никак-то не очень. Люблю, но не хочу. Да. Люблю, а я люблю все. Но не хочу. Вот куда мне скажи, везде я захочу пойти. Но я Лешу маленького не оставлю. Со мной? Это долго же. А в чем проблема? Он не маленький уже. Ну вообще, на самом-то деле он уже взрослый мальчик. Выезжайте. А я с Лёшей. Ну у тебя же тоже дела. Надо заниматься. Ну, денёк-то один я могу для вас выделить. Даже не денёк. По существу это полдня. Мы хотим на выходных поехать, да? Ну. Хотим? Ну, вообще хотим, да. Поедем? Получится. Ну, цены надо узнать только. Значит, поедем. На лыжную базу покататься, на тюбингах. Если там будут цены адекватные, то мы поедем. Ну, они всегда были там высокие цены. Ну, а сейчас, наверное, приподнялись. Рискну предположить. Они и так были очень высокие. Сейчас, наверное, подъем, не знаю, сколько будет стоить. Не хочешь доесть борщ? Не, я наелся. Салат очень вкусный. Борщ еще вкуснее. Вот такой у нас сегодня праздничный обед. Ну и нас еще сегодня ждет праздничный тортик. А ты мне, кстати, дай рецепт этого праздничного тортика. Зачем? Ну, как... Я хочу попробовать, вдруг у меня получится. Ну ладно, да. Очень простой рецепт. Это радует. Ой, как это меня радует. Заморачиваться не надо. Ну, я думала, я буду готовить сейчас. Нет. Я приготовлю этот... Замечательный, прекрасный день. Я ж дома уже, никуда не собираюсь. Ну, хотел бабушку пойти поздравить только вот с цветами. Ну, ты иди поздравляй, я начну готовить. Придешь, закончишь. Ладно, хорошо. Сейчас разберемся. Ну что, дорогие наши женщины, наши девочки, бабушки, всех поздравляем. Любим, обнимаем. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока.